Всем привет, с вами я и Бро. Это секретка Брокхевена, вторая часть. Так что сейчас мы будем уже искать, которую я знаю секретки. Ты там помните? Так что берем автомобиль. Да, автомобиль. Что тут обновляли выше? Это тут уже есть дом ракеты. Да. Я вот в ту серию обещал показать вам это. Тут полетище по-русски было написано. Да. Обещал показать это. Секретки. Так что. Вот и это. Она уже находится напротив заправки. Да. Там не там, где пожар. Так что. Сейчас. Нет швабры, поэтому вот. Тут ничего нет, тут секреток нет. Но хотите, проверьте, потом мне напишите только в комментах. И вы знаете секрет. Я вам покажу. И на каких картах еще. А не только на Брокхевен. Мы сейчас едем к банку. Если вы его... Мафия, блин. Если вы хотите его грабануть, и там есть менты, палите. По-моему, если они отыгрывают свое РП, а вы свое. Вы, ну, потом я покажу. Смотрите, можете тут заехать. Так. Все пролазы. И я сейчас покажу это. Смотрите. Чтобы потом не показывать, видите, что Брокхевен куда-то в сильно. Знаете, где детский сад? Так, забагался, все, развисло все. Так, сирены, ой, как ярко, да. Я сам первый раз вижу, как она ярко. Машина еще закрыта вот так, чтобы это... И мы проходим вот так. Там. Сейчас я вам покажу, что там пишет в чате. Русский спор. Так и думаю. Вот. Идет что-то. И мы... Банки. Банк уже... И мафия уехала. Можно было мафию ограбить. Так что... Да, конечно, тут это... Раги под землей. Да, их тут не надо иметь. Вообще... И вот это... Все испортила, вот все испортила. Смотрите, это ничего. Извинись, а. И вы тут не продвижаете. Думаете, как ее открыть. Смотрите, подходите в это. И нажимаем и на лампу. Да заткнись ты уже. Вот так нажимаете. Ты дай мне. Все. И... И тут и все, так что поминали на это. И... Что знаете? Да. Я еще это с другом даже. И не надо такой вещь. Так что хотите увидеть другого в комплексе, пишите. Хочу Roblox с другом. Так что... Так, я правильно лежа. Да, ну... Слушай, теперь мы... Чем я еду в объезд, если нужно вот так.
сам не знаю. Сказал, можно любую машину спавнить. Эй, космос! Так, и, например, обобус. И вот это я могу сделать. Так что типа вот видите, что он там. Так что все секреты блока на самолете надо покупать. На этом этаже, где сейчас самолет стоит, это я могу проверить. Да. Смотрите, появились новые дома. Ну, я выбираю вот такой. Скейт-парк. Ну, сейчас будем взять. Закрыли. Сюда. Закрыли. Да я еще так это. Как будто. Все. Конечно, на английский. Тут есть скейтборды, бар. Я подумал, это другой спальня. Ну и вверх. Так что. Так. Это